В Ненецком округе учредят День реки Печора. Идею, предложенную региональным отделением политической партии «Единая Россия», поддержал глава региона Юрий Бездудный. В своих соцсетях губернатор Ненецкого автономного округа объявил о начале сбора предложений от жителей региона о дате проведения Дня реки Печора. И уже поступили первые предложения – июль, август, сентябрь. Идею в рамках экологической акции «Нашим рекам и озерам чистые берега» озвучил председатель рыболовецкого колхоза «Заполярье» Михаил Кисляков. У нас есть такая сказительница Маримьяна Голубкова, у которой есть очень хорошая книга, называется «Река Печора». Так вот, мы предлагаем установить День реки Печора, чтобы он был общеокружным, чтобы он касался всех рек нашего Ненецкого автономного округа, чтобы мы могли в этот день думать об этой реке, заботиться о реке, это наша кормилица. Отсюда пошел наш Ненецкий автономный округ именно от реки Печора. И мы должны о ней заботиться, очищать ее берега, в первую очередь, беречь эту реку. Сегодня реке Печора, главной водной артерии Ненецкого автономного округа, требуется не только чистота ее берегов, но и дно углубления, а также экологическая безопасность ее вод на всем протяжении водной артерии. Это 1809 километров. Река Печора берет свои истоки в юго-восточной части республики Коми. Ниже, в районе Наринмара, река образует дельту шириной около 45 километров и впадает в Печорскую губу Баренцева моря. Мы должны вместе с недропользователями, нашими недропользователями, должны устанавливать систему мониторинга за нашей рекой, за ее частотой. Как вы знаете, у нас происходят и различные технологические катастрофы, которые влияют на экологию реки Печора. Мы должны за этим тщательно следить. Кстати, в некоторых субъектах Российской Федерации установлены не только официальные даты для главных рек в регионах, но и памятники. Так, памятник реке Томь установлен на набережной в городе Кемерово на Кузбассе. В городе Рыбинске Ярославской области установлен монумент реке Волга. «Красавица Лена» — так называется трехметровая скульптура, установленная на набережной реки Лена в городе Алекминске, Республики Саха, Якутия. Василий Хатензейский, Владислав Носкин, Антон Выдряков. Телеканал «Север».